Ну что, Серега, еще раз задам тебе вопрос, более короткий. Сбриваем твою бороду? Да. Кобяков, ты следующий. Пойдем. Та-да-да-дам, посмотрите, какой вот миниатюрненький инструментик у меня в руках. Итак, хочу сделать первое движение. Серега, ты когда в последний раз себя видел без бороды? Год назад. Он уже как школьник выглядит. Реально, смотрите, моложе уже стал. Серега, давай 1 000 000 лайков, и ты бреешься до конца года. Та-дам! Давайте что-нибудь смешное теперь с усами делать. Теперь нужно вот так. Так. Да, Серега. Ты почему все время с бородой ходишь? Она тебе только старит. Вот поэтому я хожу с бородой. Я как пятиклассник. Уважаемые подписчики канала, мы видим статистику, которая говорит нам, что 77% зрителей этого канала смотрят видео без подписки. Представьте, есть 10 человек, которые смотрят, и только двое из них подписаны. Те ребята, кто не подписан, давайте исправим эту ситуацию. Станьте подписчиком этого канала.